Хотите посмотреть, как растет хлопок? Вот это хлопок. Вот такие цветочки в первый день раскрываются. Маленькие, симпатичные. А на следующий день они становятся такими розовыми. Сейчас покажу. Вот такими вот это уже закрывается цветочек. Листья вот такие. Но этот куст очень большой. Как Билл говорит, что он таких не видел никогда. Потом из цветочков появляются вот такие коробочки. Очень много. Вот посмотрите, сколько их тут много у меня. Вот их много-много на каждой ветке. А потом появляются они вот такие. Потом становятся крепкие. Потом они лопаются. Карнбол. Шарики, хлопка. У меня уже их сколько, видите? Так, я покращиваю хлопку себе на участке.